Итак, во втором голосовании побеждает вопрос. По крайней мере, когда я посмотрел в него, там был вопрос. Может быть, Эден сейчас скакнет. Но вопрос. Поехали за вопроса. Надеюсь, будет немножко повеселее. Потому что то, что сейчас было, это просто кошмар. Третье голосование уже в чатике. Так, дайте-ка я сокровищницу под боком возьму себе. Во. О! Черт ним со здоровьем. Хочу попробовать собрать мидбоя. Это ачивка, которой мне не хватает до сих пор. Свезло так свезло. Еще, знаете, было бы классно иметь more options артефакт из магазина, чтобы выпадал сразу и мидбой, и бандаж герл, по-моему. Хотя вряд ли. Вот интересно, а если будет more options, и я приду на эту самую, там, на кого-нибудь из всадников, то что будет? Ай. Будет ли там и Cube of Meat, и бандаж этот, ну, шарик из пластырей, или там будет что-то одно и другой артефакт абсолютно рандомный? Рестартить игру на кнопку R. R значит рестарт. Так, ну первый всадник это у нас, конечно же, голод. Дает Ball of Bandages. Ну что ж. С почином, так сказать. А, в прошлом заходе у меня было такое. И, ладно. Я внимания просто не обратил. Ну, слоупок я сегодня. Ну, слоупок, ребят. Что поделать? Ай. И скилл у меня сегодня так себе. Ай, зачем я это взял? Зачем я это взял? По-моему, может заканчивать стрим. Я явно не выспался. Да пойти еще поспать часов 15. Нахрен я это сделал? Ладно, по крайней мере, до чрева один я должен с этим дойти. Но там посмотрим. Если все совсем печально будет. Просто я хочу хотя бы открыть ачивку. Остальное уже не важно. Там уже можно будет и зарестартить игру при большом желании.
Ох, это надолго. Ну, дамаг побольше, по крайней мере. Мне бы Бримстоун. Мне бы другое комбо. Без Тайни Планет. Ладно. Ну, я уже взял Тайни Планет, так что... Что теперь уже плакаться-то? Уже поднято. Технология Илуда. Лазер по кругу. И в центре такой пучок света. Достаточно неплохо, кстати. Если хороший дамаг есть, то карает все и вся. Да, кстати, если у вас Тайни Планет, гораздо проще стоя спиной к нему. Видите, когда слезы вылетают? Гораздо проще стоя к спиной к боссу дамажить его. Еще раз извините, что такой сонный. Мне надо определенно больше спать. Соевое молоко и Тайни Планет. Выведите его отсюда. Иначе я за себя не отвечаю. Выведите этого человека. Нельзя ему быть на стриме. Нет, с одной стороны, иногда можно находиться в относительной безопасности. Ай! О, мне это пригодится. Ауч! Ауч! Соевое молоко? Все, что оно дает? Что оно не дает? Оно убирает твой дамаг нафиг. Минус 10 к дамагу. И охренительная скорострельность, но знаешь, смысла в этом только для кота есть. Если у тебя кот и соевое молоко, то как бы, много слез, то твой выбор. Я как-то тащил слуда плюс Бримстоун, еще там же капля это была. В общем, желтый ссаный круг нагибал все и вся. Ох. Да. Бримстоун и Number One. Вещь прикольная. Не, Тайни Планет, она не совсем плохая, просто она дико неудобная. Как... Вот и все. Так-то, если дамаг есть, то почему бы и не попробовать? Например, в сундуке я с удовольствием беру Тайни Планет. Потому что у меня там... Обычно там у меня уже дамаг хороший. Тайни Планета Полифем.
Tiny Planet — это что угодно на дамаг, я бы сказал. Tiny Planet и много терсапов. Tiny Planet и узник Азкабана. Ау! Пять монет, хорошо, запомним. Так. Как открыть лоста? Ну что, задайся вопрос, зачем? Вопросом, зачем тебе открывать лоста? У него нет хп, это самый челлендж персонаж из всех. Самый бросающий вызов персонаж. Нет, третьего хоббита не видел. К сожалению. Я забыл, что он, блин, 11 числа у него премьера в России. Просто, представляете, забыл про хоббита. Но трейлер просто аж мурашки по коже. Это настолько шикарная вещь была. Вообще, Толкин, я не знаю, я книгу не читал, но я обязательно себе куплю. Даже если я сам не почитаю, там, не знаю, маме дать почитать книгу. Потому что фильмы она отказывается смотреть, но фэнтези — это шикарное, по-моему. Вот, может, на Новый год сборничек возьму. Потому что Толкин — это, конечно, Толкин. Осталось только перевод выбрать. Потому что переводов куча. Есть художественный, точный. То есть художественный читается легко, точный, соответственно, там. Там. Я знаю о переводе, в котором там куча всяких ссылок, подписей. То есть, как. Не знаю, как расшифровка скорее, да, текста. Вот. Но читается он сложнее, да, тяжелее читается. Набери бумажку и умри в комнате с шипами. Нет, спасибо. Нет, давайте возьму. Подальше палец от кнопки надо держать. Туда и обратно — очень хорошая книга. Не спорю, мне очень фильм нравится. Я знаю, что люди сравнивают фильм-книгу. Я думаю, не стоит. То есть можно сравнить, но я не думаю, что если книга отличается от фильма, то это автоматически... Точнее, фильм от книги отличается, то это автоматически плохой фильм. Вот вам мнение человека, который не читал книгу. Фильм хороший. То есть я не читал книгу, для меня фильм вполне себе приличный. Возможно, просто не стоит сравнивать. Как с «Черепахами», например, то же самое было. Не стоит сравнивать. Абсолютно. Сравнивать... Если мы начнем сравнивать, например, «Черепах», это, по крайней мере, то о чем я имею хоть там небольшое представление. Фильм 87-го года, ой, мультик 87-го года, сериал, отличается от комиксов сильно. Насколько я знаю, в комиксах там все было далеко не так радужно. В оригинальных комиксах. Если мы берем... То есть люди сначала сравнили... Точнее, сначала не сравнивали мультик с комиксом. А после этого взяли и сравнили фильм с мультиком, который также далек от комиксов, собственно, как и фильм. Я что-то уже мысли потерял. Но я думаю, вы поняли. Я надеюсь. Книга лучше. Блин, лучше. Слово «лучше» пишется через букву «Ч». Ради всего святого, люди. У
Меня, я обычно молчу, но, блин, я не могу. Лучше. Но это гораздо лучше, чем в общем. Ну, не в обиду сказано, просто. Просто меняет. Передергивает. Прошел ли я босс раш? Конечно. Так, там, в принципе-то, в босс раше нет ничего суперсложного. Ну, то есть, новичку может быть, но если ты спокойно с боссами справляешься в обычной игре, то босс раш это... Ну, как, да, он непростой, определенно. Но это совсем не самая сложная вещь в игре. Бесполезный скилл растет, я смотрю. Сплэш дэмэдж, кстати, помогает. Если бы не сплэш дэмэдж, я бы наносил гораздо меньше урона. Герти. Абаддон мне в комбо. Абаддон, ребятки. Абаддон. Фу. Я, по-моему, здесь не был еще в сокровищнице, если не ошибаюсь. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Надеюсь, ты соберешь бандаж не девку. Я тоже надеюсь. Я хочу с этой ачивкой расправиться уже. Просто вот оставить ее в покое. Это последняя из открытых ачивок, из доступных, из несекретных ачивок. Был. Но я все равно пробегу. По уровню. Может, тут что лежит еще полезное. Как бы я не возмущался насчет Tiny Planet, я все равно быстрее проходить не значит лучше проходить. Лучше поиграю в Warface. Окей. Приходи, 30 февраля будет Warface специально для тебя. Привет, лосось Алекс. Никс, используй карту. Конечно, ща, подожди, валенки зашнурую. Что я делаю, боже мой? Не, не пойду. Этот монстр, эта карта убивает тебя и дает пару артефактов.
Но если нет дополнительной жизни, она просто убивает тебя. Так что это не вариант. Привет, Ясь. Привет, Шушуйка. Если сегодня еще не здоровались. Ауч. Фу. Я сейчас типа на игре сосредоточен, поэтому я чат почти не читаю. Но это хотя бы меня немножко разбудило. Я пересматривал некоторые эпизоды. Совершенно незаметно иногда, что я сонный. Когда я был действительно сонный. Всего лишь одна рука? Так мало. Так. Вы знаете, я пока лучше с этой картой похожу. Она хотя бы не так опасна. Война. Хорошо. Мало кого война радует. Блин, я не могу не зажимать кнопку. Не могу не стрелять. Ох, сейчас фейл был бы, если бы я ушел туда. Финшот. Пригодится. Такой фейл был бы, если бы я спрыгнул. Вы знаете, пока у меня нет кошки, я, пожалуй, не буду брать эту карту вообще. Синий камень. Стани планет устают пальцы. Тренируй пальцы, мой ученик. Так в фильме «Большой Стэн», где он тренировал соски. Но это уже совсем другая история. Не, бандаж герол наносит хренолеон урона мобам. Просто какой-то нереальный дамаг даже иногда. Помню, как она... Ну, вы все были на этом стриме. По-моему, это был первый стрим вообще по Айзеку, в принципе. Марафон тогда еще. Когда она... Просто забила сердце вместо меня. Вот она настолько мощная. Причем слила она его, ну как, сердце, конечно, это не оно живое, но слила она его очень бодро. Так что без особых усилий, как бы. Еще синий камень. У кого не болят пальцы, тот не играл с молоком. О, вот от молока у меня пальцы болят сильно. Вот это вот просто убивает, блин. Это, знаете, не хватает турбокнопки. Кто поймет, тот поймет. Кто поймет, у того был турбоджойстик в детстве. Ну или хотя бы слышал о чем-то таком.
Современное поколение не знает, что такое турбокнопка. Я уверен. Если не интересуется олдскульными какими-то игрушками. Ну, либо поправьте меня, блин, мне интересно. Знает ли поколение современное об этом или нет? Вообще, что такое? Турбокнопка. От Супер Мидбоя пальцы болят. Это просто не хардкорит. Супер Мидбой, если вы играете на геймпаде, то вполне нормальная игрушка. На клавиатуре это, конечно, ад. Я сначала играл на клавиатуре, это... блин. Руки просто выкручивало спустя там 40 минут. Потому что Shift и кнопки, это все кажется вроде. По-моему, Shift, пробелы и стрелки. Кажется фигня, нифига не фигня. Вот совсем не фигня, отнюдь. Вот посмотрите, что она творит. Просто пум, и нет ХП. Так, кошки у меня нет. Suicide King идет в жопу. Нет, стоп. Это может мне помочь. Черт. Кто о чем, а человек вон на рукоблудстве. Была первая Сонька. Там разве были турбокнопки? Ну, я просто не знаю, у меня Соньки не было. По-моему, нет, по-моему, там не было турбокнопок. Хотя, черт знает, может какой-нибудь типа эмулятор был турбокнопок. Супер Мидбой на клаве прошел на 106%. Твое достижение ничто, Никитос. Есть чувак, который прошел его ногами. Ну, просто потому, что он задрот, наверное. Он зиат, в принципе. Я видел, как Dark Souls ногами проходит. Первый. Ну, вообще круто, меня на Супер Мидбоя так и не хватило до конца. Привет, Айлас, джентльмен. По-моему, здоровались с тобой сегодня, нет? Я каждый раз с людьми здороваюсь, каждый день с одними и теми же. И как бы вот... Иногда все это перемешивается в голове настолько, что я перестаю понимать. Сегодня это было, вчера ли это было? Да это вообще происходило? Происходило ли это? Спрашиваешь. Лосось, Алекс, когда спрашивают, обычно ставят вопрос в конце предложения. Знаешь, такой вопросительный знак. Такая важная штучка. Блин. Какой заход? Третий, кажется. Кстати, я себе время не отметил. Простите. Я пытался сначала время как-то так записывать, по окончании забега, но это очень неудобно оказалось. Вау! Хо-хо-хо. Слушайте, это красота просто! Посмотрите, как это охренительно выглядит! Просто вау! Привет, Финн! Ватс, D6? Ну да, он и так падает. Это обычный артефакт. То, что он есть у Айзека, по умолчанию, это нифига не значит. Это как у Евы есть этот Horror of Babylon в самом начале. Это не значит, что этого артефакта у других персонажей быть не может. Привет, Майси Крастер. Почему не поздороваться бы? Почему бы и нет? Собственно, с меня не убудет.
Я если вижу кого-то в чате, я всегда здороваюсь. Мне как бы не жалко совсем. Простите меня, жадного. Снова из автомата. У меня больше 500 монет, наверное, в автомате долго не будет. Wheel of Fortune. Исключительно по одному их выкашиваете в этой комнате. Да, новый язык иногда очень эпично смотрится. Очень красиво смотрится. Не знаю, насколько это эпично, но красиво. Цвета классные, вот вообще палитра здесь очень яркая такая, насыщенная. Вот что-что, а палитра здесь действительно клевая. И давайте к боссу, потому что я всю комнату, все зачистил, дайс я не буду брать. Смотрите, просто посмотрите на это. Смотрите, как она ХП опустошает. То есть, если она до чего-то добирается, это писец там. Ну что, ребят, я должен. Ну а чё? Все равно наркомания чертова. Зря. Нафиг-то взял. Приловчусь. Не ссыкуйте. Давай, мы выговариваем. Because I'm Ken. Или как там? Yes, I can. Бесполезный навык, видите? Сейчас Эдмунд насмотрится, пойдет новый челлендж делать. По-моему, такой челлендж должен быть просто. Шашлыки там уже плохо. Я все еще могу с небольшим рейнджем бить. Или с небольшим рейнджем, возможно. Никс запорол игру? Еще нет!
Момент истины. Да! Да, Bandage Girl собрана, господи боже. Но собран ли Мидбой, я не знаю. По крайней мере, одну ачивку я сделал. Так, а что у меня из кошачьих артефактов? Я думаю, что ни хрена у меня из кошачьих артефактов нет. О, одной ачивкой меньше. Спасибо всем, ребята. Это первый раз за 100 я должен даже узнать просто. Я просто обязан сейчас пойти и узнать. За сколько? 147 часов понадобилось, чтобы получить эту ачивку. И нет, это все еще не ачивка Super Meat Boy. Ну, как бы неважно, это тоже достаточно сложная ачивка, это как бы, ну, я считаю, это альтернативный мидбой. Поэтому я не разочарован абсолютно. На них одинаковый процент. Bandage Girl убила больше боссов, чем ты, а мы единое целое. Это Баба-бро. Это она и баба, и бро, и пласты. Женщина и пласты. По-моему, идеально. Айзек Майкл Джексон. Ну, я бы так не сказал, конечно. Ну, в общем, да, что-то есть в этом. Правда, это не очень похоже, но не важно. Господи, я сделал это одной ачивкой меньше. Да, по броняшка. Фу-фу-фу. Фу таким быть. Шутишь меня, что ли, игра? Если она баба-броняшка, хорошо, но если она брони, то нет, она не такая. Я так сундук пройду. Ауч. Блин, все очень плохо. Ох, у него же в глазах просветлело от этих газов. Да, весьма сложно проиграть, когда у тебя такое комбо. Это 1 плюс 1 дает все вот сдвоенные предметы. Если целое сердце выпадает, то выпадает 2. Если ключ, то 2 ключа. Если монета, то 2 монеты.
На синий, черный и прочее это не распространяется. Блин. Монет все больше и больше, больше и больше. Где купил карточки Айзека? В смысле? Которые Таро? У Эдмунда на сайте, но у него сейчас там их нет. Гаппи умер, и вот с тех пор, как бы вроде 1 октября должны были вернуться, но сейчас уже декабрь, и все еще нифига. Сам собрать БГ, человек так сказал. Нет, Гребенщикова собирать не надо в Айзеке. Куда нам еще больше наркомании? Посмотрите, что она творит. Просто, блин, посмотрите на это. Она выкашивает этого босса просто и нету. февраля следующего года планирует Lost открыть и поиграть им. Так точно. Подтверждаю. Привет, Фокс. Иногда она тупит, конечно. Вау. Бандаж круче меня. Она женщина. А не посудомойка. Юберти, ну и ладно. Ае! Ух. С ней на супер сатану. Во-первых, мега сатана, а во-вторых, как бы нет. Не попадаю я туда. Вау! Вау! Красота-то какая.
Кстати, как-то хрень перезаряжаться-то будет. Интересно. Что-то как-то никак. Да, нифига ли, отодвинули, кстати. Но тут я могу остаться, кстати, сейчас. Ну, если сдохнуть. Давай, Bandage Girl. Оу. Вау. Сволочь какая, а? Нехороший человек. Так, я на чат вообще не смотрю, я сосредоточен. Капец, она карает. Жесть. Бой баба просто. Давай, сливай его вдвоем. Оу, yeah. Кто говорил, что я комбо запорол? Кто говорил, что я игру запорол? Побрейтесь. Вы отрастите бороду и побрейтесь просто. Пройдено.